Сегодня мы вам расскажем о двух маленьких пушистых котятах, черненький и беленький, которые попали к нам очень в тяжелом состоянии. Чижик и Пыжик. Итак, Чижик. В дальнейшем она оказалась девочка. Чижичка. Что это маленький? Малышка. Да, малышка. Не бойся, малышка. Не бойся. Знаешь, что если достали, то значит сейчас что-то будут делать. Что-то вот надо делать, да, скажи? Что-то надо делать. Ну, повернись в камеру, посмотри. Лапочка. Ну, какая прелесть. Ну, какая жайка. У малышки очень сложный перелом и полностью раздроблены пальчики. Лапку удалось сохранить, была вставлена пластина. Операция была очень сложная и очень дорогостоящая. Повязку каждый день вот эту менять и обрабатывать. Через пару дней, да. Нет, что мне жена поставила, ты понимаешь? Заранка не откроется. Через глаза и Наташе Ричи и огромное спасибо Ирен. Операцию они оплатили благодаря... Вот такая страшная операция, ребята, только благодаря девчонкам. Спасибо, Ирен. Спасибо, Наташа. Доброго здоровья вам, девочки, и удачи во всем. Богданыч, спасибо. Пыжик – очаровательный, забавный малыш, очень с тяжелой травмой. У него полностью оторвана лапка, которая болтается на шкурке. Но даже в этом состоянии он остается ребенком, который хочет играться. Пыжику ампутировали лапку. Операция прошла успешно. И его уже ждала новая семья. Спустя некоторое время
Его привезли в приют буквально на несколько часов. Наш пыжик приехал к Лене. Где он? А давай в другую сторону. Давай нам тут вот пищалка маленький. Пыжик. Мне 50 лет, я сделала себе подарок на день рождения. Ой, поздравляем. Да. Пыжик, выход пыж. Есть. Давай сюда. Дон, иди. Давай. Ой, такое чудо маленькое. Такой. У меня муж пока еще не знает, что зачем мы приехали. Да, там бусинка тебя уже сделала. По-моему, муж в шоке. Я себе на день рождения, на 53-й сделала. Поздравляем. Все, поехали домой. Все, удачи. Ждем фотографии из дома. Все, счастливо. Пока.